Сколько крита он дает? Ты этого, Аниксию Солянова затанчишь? Что, хули я танчу? Солянова, да? Я тут все с Солянова затанчу. А ИК там что, на ласте надо? На ласте надо, наверное. Блин, на чемпиона. Ну, блядь, у нас как бы есть пиздатый, как я понимаю, прист, который может кидать шаттлы, поэтому может и не надо. Типа, все зависит от того, будет ли контроль по второму мобу, чтобы успели первого залить. Иначе вдвоем они могут ложить. Сука, вот держал в руках, короче, наблюдажника твои прикол. Вот ты его проебал. На ровном, сука, месте проебал. Как это так-то, блядь? Блять, все, РТ мечтал о том, чтобы покурить пиздец. Че, как тебе боссы? Ну, вообще, соляра сама по себе, блять, просто копипаст с этого, скажем. Просто копипаст двух боссов в одно. Даже трех. Да, у меня есть. Дичевый. Называется 18. Чагельдуринг. Лех, да и кстати, в публику тоже это. Пускать-то как бы не шибко хочется. Да, апнутый, апнутый полиролью. Апнутый. 18-18. Лучше лично скилл развивать. Так, ты 15-15. Ну, видишь, на скилл, а этот скилл. Пока разовьешь, уже другие люди убьют. Джексу, как это произошло с белой стаей. Дайте Джексу. Если так бы это все анонсилось у нас на Ларе, все делали бы это заранее. Заметь самую важную херь. Им ДБМ не нужен был. А у них есть. У них не ДБМ, у них другая хуйня. Викс или как он там называется? Нет? Они, у них у всех это есть, я тебе скажу. Они так, что у меня, у тебя, да у Войда. У них у всех всего в рейде все это анонсится, все это делается. Потому что я видел скриншоты. Бля, у меня. Там ничего не понимаю. Сейчас. А что они даже поспорю. Мы записали, как убили вас. Стримкрас, стримкрапышка тут. Последняя проверка. Что у нас? Что у нас? Нет? Просто я смотрю на ДПА, МП5 кинули. Вот даже ну, ладно. Тупо вот скриншот, который мне скинули. Блядь, я здесь как-то за собой и все, и не еби мне мозг. Всякая ты хуйней, блядь, нужно. Эту ебаную хуйню. Блядь, ты бы еще в Китае увел бы, блядь. Подгрейдить можно. Только здесь можно поразвлекаться на плагине. Нахуя вести, блядь, тереду плагину. А Лара сегодня, да, вообще? Чё босс взлетел? Потому что он не забагает на земле. Он Катя отталкивает. И ты там не моментально, короче говоря, вниз падаешь, он подпрыгивает вместе. Типичная тема для них. Там кто-то в дискорде у вас что-то спрашивает. Кто что спрашивает? Дракона бейте, он летает. Все. Маленький бейте. Джипсы так и не поставили. Зачем тебе джипсы? Вот именно. Регит. Он не нужен здесь. Регит. Да, без пристабафа будем нормально все.
Я на руля магика крестом зайду. Ник твой. Да на руле магика, господи, я уже куплю, спасибо. Хуя там день. Это ты кого? Это ты кого? Про креста говоришь. Угу. Блять, почему у меня постоянно таунт автоматом меняется? Кто знает? Ник твой скажи. Персик. Таунт автоматом что делает? Он меняется постоянно. Я вот просто бегун союзника переключается. Таунт? Ну, блять, не таунт. Ты ну вот цель, блядь, которая у меня в таунте. Понял? В таунте? В таунте. Да. Чё за таунт? Что это такое? Может быть таргет? Ты, наверное, мышкой можешь, да, ты выбираешь просто свои. Таргет — это цель с английского языка. А таунт с английского переводится как насмешка. Ман, хорошо, ты понял. Хватит, что за уроки русского языка? Английского, попрошу вас. Да нет, просто разное понятие. Я просто не понял, про чего он. Сова про таунт какой-то говорит. Да, ты заебал, ставишь меня в неудобное положение. Ты меня понял, блядь? Нет. Не, я не сразу понял. Не надо умничать, бро. Знаю, никто не умничал, просто сказал, что я есть. Я конечно, что вы так сделали. Я тоже не врубился. Да никто не врубился. Просто я уточнил. Я растерялся в вопросе. Ты английский просто плохо знаешь, да? Что тут такого говорить, да, и все. Блять, я вот заметил, будет тогда всех доебываться в ПГР. Просто так мимолетом. Вот как только, блядь, ПГР, так он там на личе появляется в ХМ-ке десятки, блядь, такой сильный. Надо оторвать. А что, я пропустил что-то, да, ребят? Не знаю, про что ты просто общаешься. Дракон, ты, блядь, танчить нормально будешь? Как я тебе нормально буду танчить, если у меня тотема нету? Блядь, это тотем. Да у тебя вход же есть. Ну, и ставит все нормально. Ты же паладин, включай бабл и танчи, ёпта. Из сборки таких советов. Если ты не в курсе, когда идет фер, ты просто разворачиваешь персонажа на 50% левую или правую сторону. И он тебе становится ровненько так, как должен стоять при фере. Резайте, пожалуйста. Ну, не знаю, как на других, на паладине это всегда работает. Так что так интересно. Давай. Босс не двигает. Слава, блин. Я. Голова кому нужна, если... Вольте. Долоран, пока выклетим первого, ебанем, потом перекур. Дайте, опять у нас мага нету, сука. Нету, да, мага? А, хуёво. У кого маг есть? Капуру она... Напиши, ещё мага вреет. То есть, короче... То есть, как это порталы? Так что, ребят, по таргету? Поспамьте, у кого ассисты там. Полина там. Мага одна. Мага одна. Ну, по таргету. Какой таргет? Какой? Что тебя в таргете не устраивает? Почему он меняется? Да он типа говорит, он случайно выбирается. Меня просто автоматом переключается, я не знаю почему. На кнопку, наверное, активирован, смена ближайшая. Да нет, я знаю. Мышкой ты... Не в таргете. Не в табе дело. У него, наверное, стоит этот автокаст, типа ближайшую цель. И выбирает ближайшую цель, блять. Союзника? Лёх, ну у меня союзника постоянно. А, союзника, не босс. Тебя хилбот стоит. Значит, ты случайно мышкой. Стоишь. Или вода. Нет, хилбот. Посмотри, у тебя может быть авто включенное на обилке. У тебя ждет, чтобы что-то примениться.
Ну там есть, типа, клацаешь, типа, хилбот, и все, и сразу цель выбирают. Ну так хилбот отключен у меня сейчас. Да, блять, кликаешь ты, попадаешь в кого-то, нахуй, в рейде, кто бегает рядом. Ты мышкой тыкаешь, на кнопки на мышке нажимаешь? Да нет, конечно, нет. Короче, мы не в курсе. Вот и я не в курсе. Слишком сложно вопрос. Включаешь стрим, я тебе скажу, что это будет. Либо у тебя пизда мышки, у тебя фантомные клики проходят. И ты когда водишь мышку, у тебя таргет выбирается. Так, скажи мне, пожалуйста, бывает. В заклинаниях у тебя автоцель включена? Да он сова. Да, может, включается у него. Удали все аддоны. Потому что если включить автоцель или автоаксессуар, то она автоматически там все включает. Это легко настроить. Просто удалить аддоны надо все и все. Какие у тебя аддоны стоят? Хилбот открой, посмотри заклинание. У тебя автоцель либо автоаксессуар стоит. Удали хилбот, просто поставь вуду. Хилбот обоссанный аддон. Хилбот нормально, у него отклик хороший. Да вуду тоже нормально. Вуду вообще топ-1 в мире аддон. Хилбот круче. Не знаю, хилбот там на втором месте или на третьем. Но, по-моему, на втором, а грид на третьем. А этот вуду на первом месте, хилерский аддон считается. Вуду очень хороший, по-моему, в панде была обнова, и дальше они, у него хорошие отклики. До этого, по-моему... Войт, скинь вуду настроенный свой, скинешь? Это хилбот, в первую очередь. У меня стоит вуду. Попробовать. ЛКшный вуду это дно вообще. Это надо с папки... Ну, по факту сказала просто. Да. Кого сумони, плюсики поставьте, пожалуйста. Ну не сейчас, попозже. Ну да, да. Чё, типа у Эксперла хуёвый отклик, Лёх? Знаешь? Знаешь, в чём прикол хилбота? Если у тебя нормальный хилбот стоит, то есть за миллисекунды того, как человек получает урон, в хилботе уже видно, сколько человек урона получил. Да. По нему ещё в реальном времени урон не прошёл, а ты уже видишь, что она получит. Фига себе. Заебись. Я что-то я такой херни не замечал в хилботе. Там еще отслеживать, сколько войдет хила вместе с критом. Эта сборка должна быть нормальная, плюс пин хороший. А мы успеем за 10 минут забить? Да, успеем. Блядь, что их там бить? Они бьются 5 минут. Окей. Не дрочите. Если вы видели, я через хилбот могу делать так банально, на некоторые. Леха, прими саммон, пойдем. Сейчас я подхожу. Войт, а у тебя видео осталось последнего было? А, да, все есть. Леха, кинь свой хил. Мне бы оно надо. Время именно старта пула, можешь сказать? Старта я сейчас. А какая у тебя версия хил? Какого имя? А, у меня время не ушло. Последнего. Подожди, время. Типа смотри, у меня 23.04 написано. 0.04 минуту ищи по времени. А, секунда. Секунда первая. 4 минуты пульнули. Да я знаю, что в 4 минуты пульнули, мне нужна секунда. А, секунды у меня нету. Короче говоря, отмотай от конца вот пула. 2 минуты примерно, 2.5. Вторая секунда. Вижу, нашел я. У меня нету суммы. Еще раз тыкните. 0.4. Ты двоих червей там все затанчишь, да, нормально? Там, короче, на танке будет дебаф огненный, к нему надо будет подходить, но там огненный будет это, еще ОЕшку кастовать. Факт в том, что этот... Поехали. Пробафайте вообще всем, чем можно. Да все тут забафуетесь. Че, барабаны же дали вам, че вам не нравится? Ну, барабаны топ, че. Пышка принесла. Правда, они прилетели уже. Пышка бьем. Пышка, микропышка. Вот когда Никитос, блядь, на паладине просит каст. Ты уже ауру коня будешь менять?
Да, на третьем был бы заебись. Соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Ча, этого ебанем и сразу перекур. До ребута. Ну как, включи сервер. Там хочешь, не хочешь. Хочешь, не хочешь, будешь хорош. Блять, босса нормально можешь держать? Он стоит ровно, не? Я типа никуда не двигался. Двигает, блядь, стен босс. Блядь, сам двигает. Прости, а ты на ком? Шмайни. Опа. Почему-то я тебя не вижу. А так. Ты двоих сразу забираешь? А вот так. А вот так. А вот так, да. Это. Ребут продлили. Черепок поставил. Ну и заебись, блин. Мы второго будем так. Уешь это говно. Две цели игра. Жижа отбежит. Жижа отбежит. Ой-ой-ой. Танку, ну там 3 секунды. Успеете, нет? Вот просто успел. А уешка перед лицом, осторожно. Осторожно, перед лицом. Все, дебаф там. Капур стоит далеко, вот. Где он стоит? Не вижу его. Вот он стоит, вот он. Разморозился. Волей богов. Сейчас так ребут продлят охоту как раз сделаем. Надеюсь, это фиксы по луку. Надеюсь, это, сука, фиксы по протовару. Протопал. Точно, да. Да, блядь. Протопал, нету фикс. Здесь только урон нет. Не, там же это блок щитом. Че, опять сломали? Че, опять сломали? Нет, его должны апать, по идее. Куда еще больше апать-то, ебать? Так, блядь, блок, оно апается и у протовара тоже. Само значение блок. Я хочу, чтобы про товара блок просто как аура висел нахуй. 100%. Будешь блокировать, будет. 100% собрать не так уж сложно. Ну конечно, скрины мне дай. На про товаре, блять, вообще изи. Но только проблема в том, что это будет не бисовый гир, понятное дело. Я не знаю, кого танчить в таком шмоте РБК, что ли? Ну, не знаю, зачем тебе еще 100% блок? И как бы вообще, зачем тебе про товар иначе? Если не РБК танчить. Я фул контент про товаром танчу. Так, что упало, что упало? Боешь. Кто упал? Никто не упал. Не, я говорю, что упало, что упало? Шмот. Что, запускаем в следующий раз? Да, запускаем. А я думал вы про то, что кто-то умер. Шкуру снимите с этого петуха. Тут долго предлагать не надо уже. Шкуру с этого петуха. Так думаете, чемпион? Нет, чемпиона долго, сука. После Жорика отдыхаем. Жорика Вахтанова? Нет. Жорик Жараксус. Блять, помню, как мы вайпались на нем. На это. ДФБ. Сколько чувачков из-за движения?
Значит, гильдия. Че ты говоришь? Говорит, столько чувачков из Лёжина. Возьмите в гильдию. Посмотри, мы гильдию вот кинули просто, я согласен. Время гильдия, топовая вообще. Фейс-стайл. Стиль туза, что ли? Вообще прикол был, что за решетку. Кого? Туза. А почему именно? Ну, эйс, вроде же туз. Ну, вроде как туз, а кто это? Эйс это минус 5 в одном раунде, вроде. Не знаю, ну, переводится как туз. Ну, карта такая, эйс, туз. Эйс всех зачистил. Эйс Вентура еще и. Кто это там за петухов пишет? Петух. Наседка, блять. Врата бьем, врата. Смотри, кот тоже. Че ты людей разводишь? Забайтил, хорошо. Нормально. Доверьтесь РЛ поговориться. Я сразу с другого серва, у нас там вообще другие приходили, так что я. Да я тоже с другого серва. Ты ж просит. Там какой-то аргус открыли на цирку. Но я еще туда не, ну, не совал нос. Кого? Короче, вкратце, 350 уровень какой-то. 90 талантов. Ну типа 335А тоже. Под сирус косит, я так думаю. Ну да, без выхода. 90 очков талант. Угу. Типа там каждые 10 уровней или сколько? Каждые 50? Не знаю, не знаю. Я там не был. Надо посмотреть, узнать. Ну, времени нет. Ну я так думаю, под сирус, а не под косили. Что мы сделали? Ну, ладно, ладно. 350 уровней, а контент какой будет новый? Контент просто будет? Больше хп и урона. Не, ну типа в теории там прото ДД вообще шикарно себя чувствует. Шаман НХ сделать, целимо. То же самое. Там написано 8 кастомных подземелья, там написано типа баланс ПВП, ну это конечно шутка, наверное. Конечно. Все, объявляется перекур, до, после ребута заходим. Ты... вот, прилубник со шмотом, мало ли кому. Да, конечно. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов. Точно, блядь, есть же пояс пиздатый. 260 какой-то. У меня вроде бы. Книжник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. А где читать можно, Войд, про Аргус, дашь ссылку? А где-то, короче, вот Логан 3 группа была. И то ли у нее там. А, я там ЧС. Ну где-то, просто ВКонтакте Аргус Вов набери, и где-то вот ВКонтакте группа должна найтись там. Да проект на старте, я не знаю, что там вообще, видосов никаких не видел оттуда. Ладно, все, я пойду покурю, короче, отдыхать. И что ты там в ЧС зарофил кого? Ну да. Ходу, кто-то обиделся. Зато я в ворота вливался. Скорее всего, наверное, был тонкий троллинг, да? Я подбежал. Прикол в том, что я понимаю то, что на администрацию не надо быковать. То есть ничего такого явного не было. Типа, я вашу мамку в кино водил, такого не было. Называется жирный троллинг. Что-то не то написал где-то, и... а нахуй. Там, по-моему, мне и на форуме дали РО тоже. Ну, скорее всего, что-то там про убогость серва писал, было дело. Потому что напиши у нас на форуме то, что Элема это саппорты. Они не должны дамажить. Ро получишь. Да нет, тут на форуме на сервис еще как-то к этому более-менее относится. Можно порофлить. Ну вот когда переходишь на личности. Да, на личности это запрет, конечно. Схватить.
На личности это даже грязно, что ли? Банально просто даже в каком-то контексте упомянешь кого-то из админов, они даже не будут разбираться в каком, тебя просто вхуярят и все. И все равно не видят свой ник где-то в обсуждении, и все, ты ловишь. Да не, я тут как-то тоже писала на форум, что... Я сейчас даже это найду, подожди. На админов гнала, ну так мягенько-мягенько. Так они потом все выполнили. Я сейчас найду это, все свои... Там да не, это понятно, это... То, что с этими лучше не связываться вообще никак. Я погоди, найду. Невеликий нерв паладинов, я помню до сих пор. После него они, блядь, колбы моментально починили, блядь, буквально за 2 дня. То, что они, блядь, не чинили несколько месяцев, там полгода или больше, они, блядь, починили за 2 дня. Паша, палы дамажили так, наверное, когда колбы... Я помню, да, вот, про паладинов, именно про ретриков я ругалась на админов, говорю, вы что творите, чуть не там, по-мягкому, говорю, что творите, все паладины вымирают и тому подобное, прям гнала на них. На следующий день написали, дословно, не помню, ну что-то вроде будет изменение манускриптов и все такое. Так если же вот это, да. Я еще писала. Это я тоже делал тему про алхимию, блядь. У меня там на 5 страниц обсуждений, блядь, в первые 2 дня, и все, и похуй. Я еще ретриков, блядь, писала, говорю, писала ребятам, говорю, паладины ретрики, если вас не слышат, пишите прямо на почту высшей инстанции, потому что здесь, по-моему, специально игнорят. Я говорю, то ли испугались, то ли хрен знает. На следующий день вышло обнова, манускрипты поменяли. Поэтому, может, кто-то параллельно там в VIP-разделе тоже начал хуесосить. Да ничего не меняют. Они типа не хотят... Меняли. Нет, тогда меняли, потому что в VIP-разделе начали ныть паладины за то, что, блядь, у них все отняли, блядь, а даже колбу не починили. Тогда было такое. До сих пор, типа, блядь, стакается. Это говно полное. Ты про что? Я хочу... Раньше колба была ущербная, чтобы ты понимал. Я знаю, что от колбы раньше печать не прокала. Я вот это единственное, что я знаю. Ну, без проков печати нахуй она нужна, эта колба. Это какая-то новая гильда. Кто-то видел вот эту гильду, которая у меня... Потому что за последний час тут столько игроков набирали. Ты видел? Какого она уровня? 25-го, понимаешь? Не, я видел. Что ты хочешь? У них 783 участника. Так он набирает. Вот я сейчас сидела, мы били босса первого. Он уже человек 15 взял, понимаешь? Это забей, это скорее всего там стоит эта хуйня, кто создает только персонажа, заходит в игру, им тут же инвайт приходит. Нет, я к тому, что, блин, а меня там, я-то 80-го. Блядь, перезагрузка через 25 минут, здрасте. Типа всем, кто без гильдии даже есть такое. Там, Войд, это... проснись. Да, нет, ты говоришь про аддон, который авто... Что-то гильд инвайт, да? Ну, он да, здесь да. Не работает, он здесь не работает. Работает? Странно. Да. Я была, заходил, помню, как качался с шаманом, часто захожу в мир, мне тут же... А что, перезагрузку, да, обратно? Он на силосе тут не работает. Он у меня, во-первых, стоит, этот аддон, и я к другу гильдию набирала как-то народ, помогала ему. Он не работает. Я вручную вводила кто, вводила определенный левел, и там приглашала. Ну, сортировку ох, делала, кто без гильдии. Это... Ну, видимо, Сирусы хитрые, вот отменили это автоинвайт. Я вижу. Нет, он просто скорее всего тут с интерфейсом косяки. Блять, это что, сука? Это рофл такой, вот очко горит. Блять, почему-то наречие нежити постоянно включается. Перерыв, блять, 7 минут и 25, 7 и 25. Чё за говно? Кстати, насчет перерыва, скорее всего, ты накавкал. Это они тренируются скоро 1 апреля, понимаете? Это какой-то чувак, мы все наладили, потом прибегает, мы нифига не наладили. Значит, и Ксению, и Даркиса Лока. Хэпал пишет. 2 хэпала плюсанули, ебаный свет. 5-я пати, ДДшники есть, у кого плюсаните? Пиздец, 2 хэпала. И тишина, ну. Просто ты...
Есть аспект ЖДД? Сука. Бля, у меня это спрашивают уже, я не знаю, на протяжении какого времени, блядь. И там, и тут нет у меня и лема, и не будет. Сейчас я исправлю вопрос тогда. Да, сейчас приоденусь. Подожди. Сейчас еще пулять будем. Бля, ТД-3 не в банке, ну ладно. Бесплодные земли через болотину, да, проход, или через что? Хуй знает, нет навигатора с собой. Все, извинился перед пацанами. Короче, чек на... Через пылающие степи в бесплодные земли можно попасть. Все, дарки здесь. Дарки здесь, значит, пуляем. Спекусь про товара. То еще танк есть. Танки плюс рейд. Давай спекайся. Запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Так, Драгон, на тебя говно это. Я сейчас это метки повешу быстренько. Хуярим, значит, сначала Лока, потом Ханта, потом скажу. И танкам раздам миликов, чтобы, блять, вайпа не было. Сражайтесь во славу Альянса, герои! Чем мне нравится там, он кажется жестко. Твой драгон будет вар, это квадрат. Где этот петух? А он впереди да, стоит. Да. Не узнаешь собрата? Шакал вот этот. Это твой. Трусы мой. Просвещенный ты тут. Кто там? Перевращенный. Тиси. Это самое. Твой треуголь. Ромбик. Ромбик ДК. Плюс они еще раз. Так, по приоритету. Лок. Даркис, Луна, три знания, три фира. Кулипал, самый опасный моб. Фул контроль по нему, по черепу, чтобы не хидил. Дальше. Первым сливаем, где этот петух? Серегу вот этого. Так, вторым сливаем кружок. Первым звезду, вторым кружок. Звезду тянем, ДКшник 5 штук в рейде, заебись. И что еще? И хил. По крестику тоже контроль, сало, всю хуйню, фир. Просто с рывка дам фир, заебись будет. Так, готовность, не принимает рога, не принимает гринд перси. Похуй, короче, даю отчет. Ебаш. Тяните звезду, хрябьте. Ты главное Шакула старайся, чтобы на тебе, чтобы у меня таунты обнулялись, будет вообще топ. Беги, малышка, беги! Иди к нам сюда, вот веди в сторону треугольника, веди драгон тоже, говно свое. Сюда веди к ромбику, к треугольнику, квадрат свой ебучий тоже веди сюда, мы таунтами друг другу помогать. Это самое, сольете звезду, бейте кружок. Слили? Берусь. Давай веди, вот, мы таунтами друг другу поможем. Ну видишь, ударная волна, заебись. И забирай на себя всех, даже кошку стаунчу. Видишь, как заебись, охуенно. Сука, тварь, иди сюда. Видишь, даже стан не дал, вообще похуй. Кружок бьете, да? После кружка крест. Сука, промах по кошке. Этот, блядь, Даркису напишите кто-то в чат, пускай дерево банит. Что-то дерево бегает, хилит, все, охуенно. Все, это самое, крестик. 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 Чего там играть что-то долго? Дал стан по этому говну, короче. Так, крестик убили, давайте черепок. Паладина сливаем. После черепка луну и потом вообще похуй. Вот этих двух петухов. ДДшных сольем. Так им пока стан дам. Ну, видишь, всем косты сбил. Сейчас еще фир до кучи смотри. Опа.
по-суровому вообще. Мазда спал. Хорош. У меня промахи идут, я стараюсь. А нормально пойдет. За контроль. Видишь, вообще изи. Все, луну добивайте, а потом уже ешьте это говно остальное. Луну, чтобы он не хотал. Эти петухи не страшные. Каст магу сбить здесь. Беги, малышка, беги! Все, ведите миликов сюда уже, вешаем миликов. Просто ведите всех миликам, хуяним. Блять, паладину случайно написал в поим крестик. Ну типа, хотел в рейд написать, крестик бить. Он мне два вопроса поставил. Че ему ответить? Ставь три. Сори, не что туда написал. Сказал бы честно, ты про товары и все. Сам бы понял. Да я все, я извинился. Одна фраза вместо тысячи слов. Угу. Один класс вместо тысячи слов, нахуй, про товар. Пустая и горькая победа. Так. Нет, ты мог написать про товары топ, тогда бы точно все было я. Это ты паладин обратно в ДДшника. Ты, короче, черную, я белую. Заходите к воротам. Заходи, кто там, лоб сюда. Запустили, забить. Весь свет черную берет. Только я один белый беру. Цеплети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля лича. Пусть состязания начнутся! Кто топ ДПС? Даркис, заебись. Дримкаст топ ДПС. Не знаю такого. Так. Отчет. А он на последнем месте под ДД. А, ну ладно. Во имя темного повелителя. Во имя короля. Что такое повел? Не надо, бейте свою, блядь. Берись. Не надо, чтобы ДДшники дохли. В смысле ДДшники дохли? Отдай. На тот раз дохли уже. Не хочу это. Я тоже. По ней урон уменьшен. По вашей увеличен. Лёха послан, ебашь просто. На тот раз дороги сдохли просто. Ну Лёха там был, что-то два сдохло. Дай сюда, блядь. Ты слабый. Я даже не таунч. Это на пуле будет. А у них агро вообще, если ты не знал. Белую берем. А, белую берем. Белую берем и бьем вот эту хуйню. Черепок другой. Все, и черепок дальше бьем здесь как раз ты. У них просто агро вообще, по-моему. Ну, по-правильному должно быть. У этих двух мобов. Какой знает, что правильно. Ну, сейчас, в принципе, там все ничего не сорвет. Че, нуба, успеем, успеем. Тогда после амуба там посмотрим. Под светлой также остаемся. Три выбора. Ничего вообще. О, выбор, нифига. Вопрос. Это которые наручники? Которые одноручные.
Выбор, да, двуручный. Мы примем любой вызов. Ой, нифига, реально выбор. Многоручно. Блять, я, короче, хочу, чтобы сделали новую такую хуйню. Чтоб про товар, короче, у него появился новый спел. Носить два щита, короче. Блять, наркомания пошла уже. Это просто прикинь, блядь. Не, вместо наплечников щиты тогда вешать, а в руки уже два этих меча. Да не, не. Чё, Вайт, моя идея с щитами тебе зашла, я смотрю, да? Да, это давно уже было известно. Ну прикинь, просто ты идешь такой в рейд, там ДКшники, Мишки, протопалы такие, и хуяк такой протовар, такой заходит два щита просто, ебать. И у него чисто один спел, да? Атака щитом. С одного рефлектит, нахуй, со второго влачит. Без КД. Там чисто удар щита без КД просто. И с ноги. Тут он пиздюлин делает, я вашу. Он еще и двойной будет. Или по очереди. Двойной. Щиты с разной, это, с разной скоростью атаки щиты будут. А скорость атаки вообще мгновенная, короче. Как у Коли, это, у ДЦшника щиты вешают, такая скорость будет, ебать. Будет тебе такое испытание. Ягр миллион. Миллион, именно, не меньше. Чтоб ни одна падла, блядь, тычкой не сорвала. Я вижу, людей стейкфуд включили уже. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Короче, протопал, который сорвет игру. Завар пишет в личку, сказал, что, ну, сказал тебе передать, что гадь напишет на тебя. На форике, короче, и напротив. Да есть уже эти гайды все, блядь. Нахуй они нужны. Гайды. Чек сразу на пол. Один твой червь, один мой. Ну, жук, в смысле. Так у нас есть ДЦ профессиональный. Давай. Пиздуй в ДД. Каску, да? Каску дайте там нормальную. Все готовы. Чё дуй. Нужно пулить раньше времени. У нас так гороскоп, короче. Блять, убирай это какой-то длинный. Чё ты превращён в цепь петухов? Зачем за... Напиши лучше за портоваров. Так разницы нет. Не надо. Бейте. Ну это под боссом и тут. Ну, в принципе, перейду поближе. Потому что его не видите. Вот жук стоит, сова, повернись, побей жука. Блять, не закопается вообще. Еще черви идут. Блять, вы что, босса не справитесь перевести? Конечно. Что-то думаю, что-то зарывание, по жукам слишком есть. Жукам уже исчезнут, жуки закопаются, с УХП выкопаются. Эти жуков. Так, вот это, блять, все уходит, ты виноват. Ты мог в ДД быть, мы бы все нормально сделали. Блять. Вот не хватило 6% как раз твоего ДП. А чё жук-то, блять? С УХП, что ли? Убейте его. Ну, в контроле был. А, мне показалось, выкопался. Нихуя он летает. Я приорал бы, если бы он сейчас закопался. Закопался в воздухе? Я приорал с того, что он сейчас летал. Ты видел, как он прыгнул? Прям как Спайдермен. Там же был такой прыгающий жук. Психанул. Вообще, в одной из хроник Человека-паука там были роботы, которые также прыгали. Не в виде паука, там вдовы вроде как так называют. Охуеть. Голосуем, какой фильм Человека-паука самый лучший. Я за первый. Вот этот с Тоби Магуайром. То, кто за другого? Там, если там где он если... танцевал, да? Что он делал? Там, где он танцевал.
Да. А есть вариант никак? Это третья часть. Третья часть это такая. Ну, где он целовал. Ничего не понял. С Тоби Магуайра? Да. А, тупая, хайна тема. Там где он черный еще был. Короче, я этого забрал, даже ли подержу. Под боссом у вас такой один жук. Все, ебашьте босс. Ох, на жуков. Не знаю, топовые фильмы, блядь, с Сэм Рэйми топ. Как можно смотреть вот это вообще говно, что они там сняли? Вот этот Человек-паук, ему там лет 15. Это гей еще, блядь. И этот Тон. Тон, да, типа. О теме современных подростков, раз ты уже сказал это слово, за что я, в принципе, осуждаю, конечно. Ты что? Вот большинство современных подростков, они же похожи на них. Кто? На геев, что ли? Ну, осуждаю. Не знаю, ну, ты можешь быть похожим на кого угодно, но другое дело, как ты ведешь себя уже. Что говоришь? У меня уже ну, со стороны там выглядит так, что он не просто притворяется, понимаешь? Кстати, а ты можешь сейчас Триньку паролить, я на престол иду? Главное не быть похожим на протова. А, ник свой скажи. Кого? Сейчас я отпишу в чате. Сейчас. Чё там, 7 минут, летим на груля. Пока портуемся, летим. На груле я разрулю. Блять, где я в луте? Гру это... Ну это, короче, этот самый шатрат, короче. Вот сейчас идешь в Долоран, шатрат прыгаешь, нажимаешь на полетчика и летишь, Астрагория, короче, в самом верху такая хуйня есть. Сука, Netflix, блять, падла. Блять, пишешь на 4 рейда, челики ливают. Очко горит с такой хуйни. Позакрывают там свои боссовые рейды. Ну я таких сразу в ЧС кидаю, чтобы потом проще было. Они так и будут ливать, конечно. А я побубню немножко. Не, ну в итоге-то я запомнил. Я блядь. Первый, Груль, магик. Груль. Блять. Полетели. А, у тебя закрыто. Ну один хуй. Так, где ты? Лети один хуй к этому Грулю, я просто лечу уже туда. Слышишь, ДКшник. А пока я лечу, в полете прям кину на ролл. Ты лети туда. Если сроллишь, то заберешь. Если не сроллишь, то можешь не лететь. Сейчас, короче. Груль, ты да. Что шипачки берут оф шмоткой? Голову. Кто? Присты? Да. Т4? Это самое, мне поезд там нужен. Да, 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 поезд. Того, что нужно. На оф. Хорошо, шипачки голову, а ДЦшки? Ну, в идеале ноги брать с критом. Ноги или плечи? Да плечи и так с этого и с критом. Зачем брать плечи? Ноги. А, там же чайные ноги. А у всех я показалось, блядь, там, выбор. Там ебаная речь. Опять на своем негритянском. Да. Там нежить. Сейчас нахуй. Пидерсия ебучий заебал это уже. Сока ХМ 284 ноги. Да, крит. Дух там. Вроде два красных, один желтый соки будет. Соточка. Здрасте. Здрасте. Ты мне сова. Ты был близко. Так он же с собой ушел. На Катару, да. Не видел нигде. Сейчас скажет да. Надо мне хуйню нести. В Диси-то есть? Слушайте, Капур, КД, Гро и Магик. Где ты раньше? Где ты раньше? Хорошо, что ты извинился. За это я не буду тебя проклинать. Блять, какой же ты смешной в пугарейных пиздец. В смысле смешной, блядь? Можно не... Столько рофлов, блядь, приносишь. Так, кто там в итогу выиграл? Так, вижу. Колгон, блядь, твоя судьба сбылась. Надеюсь, Колгон? Ты зайдёшь на места. Ну, Колгон, да, сейчас зайду. Я же и ник написал там. Колгон, ну, так и читается ник. Приор 0, ну, блядь, 98. Это тот, который рекламирует? Колгон, с которой машина служит долго. Да, ту же самую рекламу вспомнил, что я. Вы как так быстро долетели? Да мы вообще крутые. Короче, три минуты. Читеры. Просто читеры, понимаешь?
310-я полетка. Так, сейчас. Можно мне как-то присумонить, если там есть люди уже? Ну, если я, по сути, я лечу уже. Если мы долетим, ну не беспокойся, все равно лут не пропадет. А если пропадет, то ничего страшного, еще раз выбьешь. Ничего страшного. Успокоил. Страшно, короче, давайте просто ивент.